Все. Я желаю вам удачного дня и отличного настроения. Пока. Весна вступает в свои права. Это время, когда не только природа жаждет обновления, но и человек тоже. Он хочет новых впечатлений, новых эмоций, любви, в конце концов. Кстати, Алена, любовь полезна для здоровья. Психологи из университета Стоунбрук то, что в Нью-Йорке просканировали мозг людей, находящихся на разных стадиях влюбленности. И выяснили, организм влюбленного человека лучше справляется со стрессом и различными недугами. Кроме того, у влюбленных людей наблюдается пониженный болевой порог. Так, ну а что же делать, если человек не влюблен? Тогда сохранить иммунитет, справиться со стрессом и другими неприятностями поможет погода в доме. О ней наш следующий сюжет. Прошлое жаркое лето поневоле заставляет задуматься о покупке кондиционера даже тех, кому эта мысль ранее не приходила в голову. В экспоцентре на Красной Пресне открылась 7-я международная специализированная выставка «Мир климата». В ней принимают участие более 300 компаний из 27 стран мира. Крупнейшие отечественные и зарубежные производители, дистрибьюторы, монтажные, проектные, инжиниринговые компании представляют мировые новинки в области кондиционирования и вентиляции. Организаторы выставки – компании «Евроэкспо» и Ассоциация предприятий индустрии климата. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДА в России и Комитета по информационной политике Национального объединения строителей. Платиновый спонсор выставки – компания «РВЛ». Мы выступаем на этой выставке с нашим российским партнером «Климат Проджект», который представляет нашу продукцию как в городах Москвы и Санкт-Петербурга, так и более 10 крупных региональных городах по всей России. Мы предлагаем посетить наш стенд на выставке «Мир климата» и сделать выбор, выбрать продукцию «РВЛ», которая верой и правдой прослужит долгие годы в семье. РВЛ – французский концерн, который производит системы кондиционирования и вентиляции. На мировом рынке эта продукция известна уже не одно десятилетие. На сегодняшний день компания входит в число крупнейших производителей климатического оборудования в мире. Наша компания производит более 1,5 миллионов кондиционерных систем в год. Уникальность нашей продукции, прежде всего, это в высоком европейском качестве, и мы можем решить абсолютно любые вопросы в решении искусственного климата, как в маленьком помещении, так и в большом офисном здании. Как говорится, готов телегу зимой, и мы хотим предложить на этом стенде обширную гамму наших кондиционеров, которые могут подойти даже самому взыскательному потребителю. Выставка «Мир климата» будет работать до 4 марта. Вы еще можете успеть посетить ее и подготовиться к жаркому лету. Мария Фадеева, Валерий Нелюбин. Настроение. Вчера отпраздновал свое 80-летие человек, которого критикуют и которым восхищаются многие годы. Он полностью изменил нашу страну и весь ход российской истории. Говорят, что он дал людям свободу, но не научил ею пользоваться. Это Михаил Горбачев. О нем, а также о непростой доле России и ее граждан мы будем говорить с гостем нашей программы буквально через пару минут. В этой студии появится всемирно известный писатель Эдуард Тополь. 10 секунд. Он раскроет тайны новейшей истории, расскажет о встречах с власть придержащими и даст тонкую писательскую оценку тем событиям, которые происходят в нашем обществе.